Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. Всем собирается есть кушать. Приятного аппетита. Давайте это делать вместе. Дубль 2. Или вторая серия. Шницель. Только сегодня у меня с макарошками. Отварила макароны. Есть хочу. Ну, как его. И салатик. Огурцы, помидоры. Огурцы, помидоры, лук репка, рукава и вот этот вот салат романо. Он вместе с рукколой идет, его там мало. Листики салата. Вкусно. Заправлено маслом. Приятного аппетита. Как же это вкусно. По усам текло, в рот не попало. Вот такие вот у меня шницель. Так вкусно, вы правда очень вкусный. Может, еще на третью серию останется. Не, горчичка. Да. Горчичка. На-на-на-на. Прям потряс. А еще сразу волосы уберу. В начале ролика хотелось бы сказать еще раз, напомнить, что на, ну, не обращайте внимания, что на Ютубе у меня ролики выходят гораздо позже, чем на Дзене. Вот прям намного гораздо позже. Я не знаю, насколько даже. Может, недели на две, если не больше. Просто мне кто-то написал в комментариях, что я это делаю специально, чтобы ко мне переходили на Дзен. На Дзене у меня сейчас тоже немножко уже с опозданием ролики выходят. Я, бывает, просто снимаю, не успеваю смонтировать и выложить. Ну, на Дзене там более-менее. И каждый день. А на Ютубе так получилось. То я через день выкладывала. Бывает так, грузишь ролик, он не грузится. Потому что на YouTube гораздо дольше ролики загружаются, чем на Дзен. И все, ты это дело бросаешь. Грузишь на следующий день. Плюс там шорты выходят. Я иногда не выкладываю видео, просто потому что много шортов. И вот так получилось. И я никого не призываю, кто хочет, пусть смотрит на Ютубе. Кто хочет, приходит на мой Дзен. Здесь более-менее актуально, но уже тоже не совсем. Я понимаю, что не у всех есть Дзен. Я сама не очень люблю смотреть ролики в Дзене. Мне все-таки привычнее YouTube. Ну, опять вот это начинаются вот эти разговоры о том, что YouTube заблокируют. Поэтому
Есть дзен. Это запасной вариант. Я всегда говорю, да, у меня есть дзен-канал, приходите, подписывайтесь, буду очень благодарна, но не призываю. Если вам нравится смотреть на ютубе, пожалуйста, смотрите. Ну, на ютубе немножко, ну, задержка, ролики выходят, но это не целенаправленно, не специально. На ютубе я также каждый день ролики практически выкладываю. Просто с опозданием. Можно нагнать, но это надо будет 2-3 ролика в день выкладывать на YouTube, но смысла нет. Ну, плюс, скоро лето, у меня есть небольшой запас роликов. Летом все равно каждый день не получится снимать 100%. Звонок меня отвлек. Как всегда, звук не отключила, забыла. У меня, видите, даже на мелодии не лето стоит. Моя любовь. Извиняюсь. Как говорила, я забыла. Звонок меня сбил. Вкусно. Так что вот, я все это не делаю целенаправленно, как у некоторых мысли там, которые меня во всем подозревают. Ну, как бы всем люди, каждый вправе думать так, как он хочет думать. Ну, как бы если вы так думаете, ну, пожалуйста. Переубеждать я вас точно не буду. Руколу. Я сначала ее не понимала. Ну, как сначала, когда первый раз, вот сам первый раз попробовала. Я как думала, ну, трава и трава. А у него вкус такой интересный, он раскрывается потом уже. Ну, это как по мне, конечно. Прям вкусненько. Только лука много. Очень много. Ну, я думаю, что третьей серии быть. Согласитесь? Я, может быть, сегодня еще один мукбанг просто отсниму и все. Буду зиму, хочу чай снимаю. На этом все, друзья. Буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда мне выходит новое видео. Кому не понравилось, дизлайки. Ну, а я, конечно же, буду для вас новую мукбанг. Целовашки, обнимашки, ваша Яна.